Сучасна війна в Україні кардинально змінила світогляд Сергія Веремієнка. Поруч з ним зараз багато людей, які неодноразово проявили такий героїзм, про схильність до якого у мирному житті ніхто й не подумав би. Це звичайні люди, їх сотні навколо. Візьмемо навіть те ж саме підрозділення МТЗ в 19-му батальйоні. Це ті ребята, які в тяжкий момент, положив гаечные ключи, ремонтировав техніку, взяв в руки автомати, пішли і удержали гранітне. Пошли и определенное время держали то же самое Тельманова в небольшом количестве людей. Они навели кошмара на сепаров такого, что там не могли понять, кто против них стоит и какое количество сумасшедших там людей, хотя там ребят было не так и много. Не буду называть цифры, но это факт. Те ребята, которых я там увидел, и мы уже потом ездили вместе с супругой, у меня эта война перевернула как бы жизнь, у меня в реальности есть моменты, как я жил до войны и как я жил стал во время войны. Теперь ждем момент после войны. То для меня реально ребята стали второй семьей. Завдяки двом народним депутатам Тарасу Кременю та Ігорю Бриченку у Сергія з'явилися авто. Поїздки на схід стали частішими. Цей автомобіль неодноразово рятував життя і не лише Сергію з позивним «Фартовий». Его немножко Авдеевка потрепала, даже немножко, но потрепала. Но восстанавливает сугубо из-за того, что на нем три года жизни, три года войны исторически описаны. Там стихи, благодарности, спасибо от мирного населения, от ребят. То есть все подразделения, где мы не были, на этой машине ребята от души подделали свои подписи, там какие-то пометки свои ставили. Кто-то даже кому-то привет передавал, просто написав на машине, что там с Луганской области, там в Донецкую область ехали когда-то. Передавали друзьям приветы. И вот тогда, когда вот машину предоставили нам, на тот момент я уже осознал и понял, что все. Чего бы мне это ни стоило, но уже ни шага вправо, ни шага влево до победного конца. Тогда начали появляться мысли, что я все-таки пойду уже в ряды. Не волонтерские, а уже перейду в ряды уже боевые. Волонтером Сергій часто їздив до хлопців з 19-го батальйону територіальної оборони. Інколи брав з собою дружину. Одного разу вона буквально хитрощами вмовила взяти його до місця дислокації військових. Там довелось пережити страшні хвилини, які, як не дивно, закінчились для подружжя надзвичайно радісною звісткою. Я, говорить, поїду, проведу тих, для кого стараюсь. Поїду, познайомлюсь. І от тоді у нас, тоді, як зараз пам'ятаю, прибіжав штабник. Ну как штабник, там штабников нету, просто так называется, со штабной палатки, так назовем. И передал информацию о прорыве там группы определенной, чеченской, потому что Восток тогда напротив ребят там пытался там бодаться. Бой, помню, идет, взрыв такой, взрывы мин, солидненько так земля дрожит, все нормально, то есть, ну, она говорит, поздравляю, у нас первый раз дочка зашевелилась в бой. Как раз шел бой, да. И такая боевая растет. Сергій добре розумів, що волонтерів не може та й не має бути багато. З часом допомога від людей стала зменшуватись. Дехто, хто був поруч, теж відсіялись. І все частіше стало з'являтися думки поїхати на схід вже як військовому. Я розумів, що вдома я сидіти не зможу. Пойти на гражданську життя не зможу. Ну, в реальності я... Не вытер бы, ну, даже, наверное, месяца не отработал бы, развернулся бы, уехал бы, ну, железно. Потому что, находясь там, видя, как себя ведут, и есть люди, о которых в реальности потом будут ходить легенды, они уже ходят, с которых мы, волонтеры, брали примеры, и это тоже факт. Даже возьмем... Но вот для меня навсегда останется в памяти и в примере подражания наш командир роты, это немец, позывной немец. Не буду называть ни имя, ни фамилию, потому что как бы так у нас принято. А это Киев-1. Да. Я его очень уважаю, буду уважать всю жизнь, потому что человек, создав роту, он подбирал, он фильтровал. Он настолько мог распределить время каждого бойца, он настолько владел информацией жизни бойца, что у него происходит в душе, что у него происходит дома, как у него слаживаются обстоятельства там, или отношения в коллективе.
человек успевал все совершенно. И для меня он является примером и честью офицера. С ним отработав, ты уже по-другому не можешь себя вести. Ты привыкаешь к тому, что ты должен быть чистым, искренним, настоящим. А самое важное, ты должен подавать пример. Ты должен уметь менять отношение местного населения по отношению к людям в форме. Там это большая проблема. В любом стаде испорченная овца, которая может испортить любое подразделение. Грязью обливали и будут обливать, кто бы там ни был, Нацгвардия, МВД, ЗСУ. Это война. Это стихия, в которой есть как минусы, так и плюсы. Но у нас было принято, что мы не смотрим на минусы, а мы своим поведением однозначно должны приносить плюс. И слава богу, взяв тоже Курахово, взять Маринку, взять Красногоровку, это где мы работали в роте немцев, я уверенно могу сказать, зайдите, спросите, рота Миши немца, спросите там Борода, Фартовый, Хан, Джеда, Борзый, Мирный. Я уверен, ніхто не скаже плохого слова. Спочатку Сергій хотів служити у 19-му батальйоні територіальної оборони, але саме в той час з нього почали йти люди, які надихали. І тоді відбулася інша зустріч, після якої Сергій Веремієнко остаточно визначився з підрозділом, де служитиме. Нам потрібно було добратися в Пески. В Пески заїзд був крайне опасен, і нас тоді супроводжував Київ-1. Вот с этого дня начались с ними такие вот дружеские отношения, и они были ненавязчивыми. Мы приезжали, уезжали, там что-то, что могли, привозили. И нас ценили не потому, что мы там что-то возили весомое, нет. Мы возили простые продукты питания. У нас не было возможности на то время уже что-то возить там более значимое, да, там тепловизоры, там броники, там каски, что-то там серьезное. На это не было ресурса, это факт. Перешло все в такую сильную дружбу, где мы, приезжая, там оставались. И благодаря тому же джипу, который был нам предоставленный, мы приносили пользу. У ребят была порой нехватка технических средств, машин. Машины имеют свойство ломаться. Приезжали, был раз приехали, машины поломались, нужно срочно что-то там ехать делать по работе. Грузились с ребятами, мотались, ездили. Помогали, обстрелы, движения, там очень много с ними было разных ситуаций. И снайпера по нам работали, и на дисках мы выезжали с Киев-1 вместе. И их отношение друг к другу, знаешь, приятно слышать, когда команда не звучит в приказном тоне. Реально. Когда команда звучит просто как просьба. У них каждый выход перед выходом, перед выездом на передок, у них у всех всегда спрашивалось, кто готов, кто не готов. Ситуации моральные бывают и вправду разные на передке. Кто-то сегодня, вот кого-то предчувствие неприятное. Ну, вот у кого-то нет настроения брать сегодня в руки автомат и идти на вылазку. И это факт. Он может принести вред. Саме до батальйону «Київ-1» Сергій прийшов добровольцем. В повному розумінні слова. Адже за весь час, проведений поруч із хлопцями з цього підрозділу, Сергій так і не зміг влаштуватись на службу офіційно. Безпосередній учасник бойових дій, він і досі не має відповідного посвідчення. Махіна, так називемо, державна, перевела міліцію в поліцію. І набор штату закрили. А я вже месяц как служил и ждал оформления. Но не отвернулся, не ушел, остался. И для меня момент, когда немец, узнав, что меня не оформили, уже второй месяц службы моей был, заканчивался второй месяц службы, узнав, что у меня нет ни зарплаты, мне никто ничего не оплачивает, у меня нет никакой там финансовой поддержки для семьи, он просто кинул клич по ребятам, с кем я служил, кто был со мной на ротации. Я и не знал, мне супруга позвонила, говорит, а то зарплата твоя пришла. Я говорю, какая зарплата? Ты о чем? Ну, какая реальность эта зарплата? Она говорит, я не знаю, мне позвонили ребята, попросили номер карточки, и мне пришла зарплата. И ребята вот таким образом поддержали семью. И вся остальная служба, она для меня дальше уже длилась только потому, что таких людей, которые за тебя переживают, не просто находясь на передке, а и за твою семью, но мы не имеем права их предавать. Дружба, она
Она же вправду проверяется самыми тяжелыми моментами. Но у нас не было ни разу, по крайней мере, я научился разделять, когда что-то не получается не по вине там, того же немца, да, не по вине там, того же агронома на тот момент, командира Киева, один именно всего подразделения, там, не того же куратора, да, а по вине вот нашей государственной машины, которая, ну, не доработала, которая почему-то не подумала о том, что есть такие люди, которые добровольцы, которые, придя, защищая родину, ну, вот они идут в ущерб даже своим семьям, но государство все-таки обязано думать о том, что у нас есть дети, у нас есть семьи. Позивний Сергій Веремієнка фартовий, а отримав він таке псевдовипадково. Сталося це під Дебальцевим. Рухаючись з іншими волонтерами, зачепили бій. Багато поранених, яких медики не встигали вивозити. Сергій допомагав. Того дня, розповідає чоловік, тричі рятувалися від смерті. Вперше ледь не влучили мінами, вдруге дивом уникнули зіткнення з військовим уралом, який розчавив би волонтерське авто. І втретє, величезне колесо від понівеченої автівки військових прийшло буквально в міліметр від автомобіля Сергія. Коли в Артемовську на території лікарні Сергій намагався оговтатись від всього пережитого, до нього підійшов офіцер. Он подошел туда, говорит, так и так, покажите на карте, какой дорогой вы вывозили ребят. Я говорю, а что мне показывать? Мы, говорю, трасса Дебальцево, Артемовск. Он встал на меня, смотрит, говорит, сумасшедший или что? Я не понимал, в смысле тогда, в каком формате он имел в виду. Он говорит, так туда машины уезжают, не возвращаются этой дорогой. Я говорю, ну вот вернули же, слава богу. Ну вот он тогда мне говорит, позывной есть? Я говорю, нет, нет. Вот теперь, говорит, ты фартовый. Фартовий кілька місяців провів на сході у складі «Київ-1», але так і не зміг потрапити на службу офіційно. Втім, вдома сидіти теж не може. Зараз оформлює документи і таки служитиме в армії. Поки країна у небезпеці, Сергій Веремієнко її захищатиме зі зброєю.